Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Валекса. Этот расклад для девочек, и мы сегодня с вами смотрим такой вопрос. Сразу думайте, подойдет, не подойдет вам эта тема. Его реакция на ваше молчание? Да, всего скорей. А вам попалось это видео не просто так, ведь все случайности не случайны. И если вы не проявляетесь к партнеру, то что-то в его голове должно происходить. Давайте смотреть, что же происходит. Что происходит в его голове? Какова реакция? Опс, сама карта выпала. Ого, а девчонки-то меня смотрят. Императрицы. Я вас обожаю, мои красотульки. Что такое императрица? Это женщина секс. Это женщина, которая знает, чего хочет. Это женщина, которая умеет наполнять пространство вокруг себя красотой, любовью, прекрасными энергиями. Это женщина, которую хочется обожать, любить, смотреть на нее, общаться с ней. Ну вот, вы такие. Хорошо. Ну, раз выпала партнерша сама, вы прям торопитесь со мной поговорить. А давайте посмотрим, а что же за партнер-то? А что же у нас за партнер-то? Партнер может быть немножко помоложе, а либо немножко поглупее. Не, ну в любом случае, рыцарь кубков – это парень неплохой. Да и конь у него белый, смотрите-ка. Но, знаете, хочется сказать, что императрица и рыцарь... Ну, наверное, императрице все-таки нужен император. Наверное, все-таки есть тут какая-то дисгармония. Да. А может быть, вы его жалеете, а может быть, вы его принимаете, нарисовали себе, принимаете немножко не за того, кто вам нужен. Но в любом случае, рыцарь – это неплохо, конечно. Это человек активный, это человек, тем более кубков, это рыцарь, несущий любовь, это может быть водная стихия. Либо просто человек может быть плавный, медлительный, спокойный, и, возможно, этим он вас взял. Ну ладно, давайте смотреть его реакцию. Вот, встретились, да? А давайте-ка я вот так сделаю, чтобы он к вам скакал. Его реакция на ваше молчание. Кстати, да, молчите, принимайте позицию наблюдателя. Это всегда очень важная черта для девочек, тем более для императриц. Я, говорит, взрослею, я набираюсь опыта через эту ситуацию. И знаешь что, дорогая, возможно, я здесь настолько раскручу свою осознанность, что тебе придется в чем-то уступить. По карте Луна, ну, знаете, человек немножко в иллюзиях. У человека сильно просматривается огромное махровое эго. А страсть кипит. А страсть кипит, он вас желает каждой клеточкой своего тела. Ну, а особенно желают те клеточки, которые, сами знаете, ниже пояса. Угу. Непременно хочется что-то прояснить, что-то выяснить и почувствовать себя победителем. Он вас хочет победить, может быть, через секс. Так, выпадает у нас тут колесо фортуны, и он надеется на то, что однажды этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Тут разговор о поездке. Возможно, человек хочет к вам приехать. Эгэгэ. По четверке пентаклей пока нет. Пока только думает, накручивает себя. Не уверен, что он сможет реализовать задуманное. А сердце-то у него разбито. Вот какая у него реакция-то. На ваше молчание. Вы разбираете ему сердце, а он хочет разбивать его вам в ответ по карте справедливости. Ну хорошо, я, говорит, тоже буду молчать. Я, говорит, одинок. Да, я одинок, дорогая, не переживай, я тебе не изменяю. Я одинок, я немножко страдаю, я набираюсь опыта. Кстати, вот эти карты, они перекликаются, да, человек взрослеет. Ну пусть взрослеет, позвольте ему повзрослеть, не все ж в пацанах-то бегать, да? Тут просматриваются девчонки, которые либо пожелали выйти из отношений, либо поставили отношения на паузу, хотя отношения с потенциалом. А давайте-ка посмотрим, что за потенциал остался в ваших отношениях. Нужно уметь принимать решения, но уметь принимать решения не на эмоциях, а продуманно, анализируя. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, что вы такая вся достойная и супер-пупер, а мужчина еще только подтягивается.
Мужчина еще только подтягивается. Поэтому не торопите события. Как я всегда говорю, яблоко должно созреть. Пусть зреет.